тема нашего практического занятия – аджектив, имя прилагательное. Ознакомимся с планом урока. Мы рассмотрим образование женского рода имен прилагательных, две формы прилагательных мужского рода, степени сравнения прилагательных и степени сравнения наличия. Для feminine des adjectif. Как же образуется прилагательное женского рода? Общее правило – это к форме мужского рода присоединяется «энимое». Здесь рассмотрим несколько случаев без фонетических изменений. Example – «мир», «мир» добавляется «э». Может вызывать конечное произнесение конечного согласного. «Гри», «гризе», «серый», «серое». Может утрачиваться носовой гласный «люантен», «люантен», «далекий», «далекое». Другие фонетические и графические изменения образования женского рода прилагательных. Я уже в лекции вам приводила пример, а сейчас просто вы смотрите табличку изменений графических и фонетических. Теперь попробуем образовать прилагательные женского рода. Внизу даны примеры, нужно раскрыть скобочки и правильно поставить. Invest, раскрываем скобки, согласно правилу, пишем с энимым. Брин, in couleur, vive, in dance. Грек, имазон, парей, ин бон, удвоенная Н, нивель, импромес. Используем соответствующий суффикс. Manteuse. In société. Protectrice. In entreprise. Publique. Пароль cruelle, in langue, langue nostalgie. Продолжим. А сейчас вы видите две формы прилагательных мужского рода. Форма женского рода образуется от второй формы. Дальше вам предложены примеры, где нужно тоже раскрыть скобки. Напоминаю, что вторая форма прилагательных с L, B, скажем, V, используется перед существительными, начинающимися с гласной и с H немого, мужского рода. Итак, записываем. Батиман мужского рода, выбираем форму. Бо, батиман. С аж, это значит вторая форма. Бель, отель. Инфий, женский род, форма белля. Имбель, фии. Метод, женский род. Прилагательное у нас здесь с вами идет ново. Ну вот, значит, in nouvelle method. Медикаман, мужской род. Un nouveau. Nouveau медикаман. Un an.
Бэляо. Ами, мужской род. Так, вьё тут у нас прилагательное вьё. В скобочках «вье», поэтому пишем «вьей». «Вьей ами роб ин». «Вьей», «вьей», пропустили. Егуб, ба, мужского рода, м, е, ба. Дальше, му, прилагательное мягкий, орей, перед гласной пишем моль, орее, мягкая подушка, эмбер. Мужского рода первая форма. Эмбер. Му. Мягкое масло. Так, далее. Степени сравнения прилагательных. Мы знаем, что существует три степени сравнения прилагательных. Положительная, сравнительная, превосходная. Сравнительная степень может быть равной оси Бельке. Меньший, муамбельке, больший, плюбельке. Превосходная степень употребляется обязательно с определенным артиклем и наречие плю. Ля, плюбель, если это наивысшая степень. И если наименьшая степень, используется наречие муэ. Также артикль ставится впереди ля, муэбель. Самое красивое или наименее красивое, если это наименьшая степень. А теперь рассмотрим примеры. Подчеркните прилагательное в сравнительной степени одной чертой, прилагательное в превосходной степени двумя чертами. Жо, шеста, похмуалё, плю, фидель, компаньо. Мы видим, что это превосходная степень с определенным артиклем, подчеркиваем двумя чертами. Cette personne est moins compétente que celle-là. Сравнительная степень. Подчеркиваем одной чертой. Moins compétente que. Quelles sont les plus fraîches lectures? Если прилагательное, притяжательное прилагательное используется, то артикль не употребляется в превосходной степени. То есть это превосходная степень, подчеркиваем двумя чертами. Te plus fraîches. Elle m'a donné les indications les plus précises. Превосходная степень с определенным артиклем двумя чертами. Le plus précise. Elle est plus âgée que sa sœur. Видим, что это сравнение, то есть сравнительная степень, подчеркиваем одной чертой. Plus âgée que. La loire est moins longue que le Rhin. Сравнительная степень, подчеркиваем одной чертой. Moins longue que. Существуют особые формы степеней сравнения. Их просто нужно запомнить наизусть. Bon, meilleur, le meilleur. Или в зависимости от рода и числа, la, le meilleur.
Mauvais, pire, le pire или plus mauvais. То есть две формы здесь можно использовать. Plus mauvais женский род. Petit, plus petit, le, la, le, petit, petit. Либо вторая форма moindre. Сравнительная степень или превосходная le, la, le, moindre. Moindre используется обычно перед именами абстрактными. Так, а теперь посмотрим примеры. Поставьте прилагательное в сравнительной или превосходной степени, согласуя их с существительным. Son bureau est encore... Вот видим, что здесь есть que, поэтому это будет превосходная степень. То есть мы напишем plus petit. Cet bureau est encore plus petit que le mien. Этот стол еще меньше, чем мой, его стол. Второе предложение. Se. Видим, что здесь нет сравнения, то есть это превосходная степень. Таким образом записываем le meilleur. Se le meilleur sportif. Это самый лучший спортсмен. Regardez. Превосходная степень здесь будет использоваться, потому что нет сравнения image женского рода. Значит, мы артикль la берем. Regardez la plus petite. Regardez la plus petite image. Посмотрите на самую маленькую картинку. Следующий пример. Ton écriture est devenu и в скобочках mauvais. Mauvais. Превосходная степень. Значит, записываем la plus, потому что женский род, артикль la. La plus mauvaise. Твой почерк самый плохой. Il travaillait dans condition mauvais. Превосходная степень. Mauvais. Вот превосходная степень. Используем вторую форму. Le pire. Il travaillait dans les pires conditions. Он работал в самых плохих условиях. Так, следующий кадр. А теперь рассмотрим степени образования, степени сравнения наречий. Степени сравнения наречий образуются по тому же правилу, что и степени сравнения прилагательных. Поэтому здесь я их уже не повторяю. А вот особые формы нужно запомнить. Итак, bien, хорошо, mieux, лучше. Le mieux – лучше всего. Mal – плохо. Pi – хуже. Le pi – хуже всего. Beaucoup – много. Plus – больше. Le plus – более всего. Peu – мало. Moins – меньше. Le moins – меньше. Меньше всего. Итак. Употребите наречие в сравнительной или превосходной степени. Итак, давайте посмотрим. Elle habite. Видим, что это сравнительная степень. Значит, используется наречие plus. То есть по общему правилу. Elle habite plus loin que vous. Она живет дальше, чем вы. Второе предложение. Il se voit beaucoup que nous souvent в скобочках. Часто. Сравнительная степень. Используем наречие plus souvent.
тоже по общему образованию правила. Они видятся гораздо чаще, чем мы. Третье предложение. Ли посибль. В скобочках лантема. То есть превосходная степень. Ли. Ле. Плю. Теперь наречие. Лантема. Посибль. Тоже по общему правилу образовалась. Читай как можно медленнее. Дальше видим наречие бье, особая форма. Жан, шант, то есть если у нас здесь превосходная степень, значит мы должны использовать вот эту форму ле мье из по табличке. Жан, шант, ле мье, ле мье, точка. Жанна поет лучше всего или лучше всех. Се данс э в скобочках маля. К видим. Поэтому используем наречие в превосходной степени. То есть в сравнительной, извините. Се данс э пи. Особая форма. К сель ла. Это танец хуже, чем тот. И последнее предложение. Je le voulais пе. Пе. Естественно, это превосходная степень, и используем особую форму le moins. Je le voulais le moins. Он этого хотел менее всего. Так, на этом наше практическое занятие закончено.